Всем привет на канале Old Dutchman. Сегодня мы с вами записываем очередное видео, которое является продолжением последнего видеовыпуска о том, как зеленые в лице Рикардо Ланки, Амида Нойрипура, председатели этой партии, заявили во всеуслышание громкие слова, что партия зеленых уходит из этого правительства. Оно недостойно находиться рядом с этими зелеными. Но каждый судит по-своему. Я вам уже высказал свое мнение, свою точку зрения на то, почему они уходят из правительства. Но как только записался тот видеовыпуск, тут же пришла новая новость, интереснейшая, классная. Я решил этой новостью поделиться с вами. Будем их называть зеленым комсомолом, то есть Союз зеленой молодежи, типа вот отпрысков партии зеленых, заявил о своем самороспуске. Почему они об этом сказали? Потому что они поняли, что теряется, во-первых, спонсор, который будет их поддерживать. Потому что спонсор сам едва держится на плаву. Спасательный круг дырявый. Вот-вот, гляди, и утонут, пойдут на дно. А тут еще оказывается зеленый комсомол, который не пришей кобыле хвост, мешается у всех между ног. Но зеленый комсомол, так же как и партия зеленых, заявил о том, что население страны еще не созрело для того, чтобы понять все идеи и мечтания и проекты, которые в головах у зеленых и у их зеленых комсомольцев, чтобы воплотить все это в жизнь, нужно здравое мышление у населения страны. Ну, ребятки, со своей стороны мы можем сказать вам следующее. Мы за 3 года насмотрелись на вашу зеленую экономику столько, что уже просто вот этот вот смайлик, который зеленую массу из себя изрыгает, сам превратился в зелень, потому что его уже воротит только от одного слова «партия зеленых» в Германии. Ну, объявили они о своем самороспуске. Ну, молодцы, хорошо. У меня есть только один маленький вопрос, который заставляет задуматься. А вот теперь интересно, прекратятся ли акции вот этих климоактивистов, скажем так, жопоклеберов к асфальту, которые клеются руками и задницами на асфальте, на дорогах и не пропускают машины, якобы они борются за экологию и за улучшение климата. Если партия зеленых уходит из правительства, а зеленый комсомол уходит в небытие, то стало быть, главный спонсор вот этих вот климоактивистов приказал долго жить. То есть за каждую такую акцию, если кто не знает и кто впервые пришел на этот канал, я говорю, за каждую такую акцию вот эти климоактивисты, каждый человек получал одноразово 250 евро. Нехилые деньги, да? Вот так вот 30 дней в месяц посидел на асфальте, можно и на Бали слетать отдохнуть. Или на Маврикии, а потом опять сидеть. А потом, кстати, многие активисты так и делали. Полгода устраивали такие акции, делали саботаж в аэропортах, делали саботаж на железных дорогах, а потом действительно эти активисты летали в отпуск на Бали. Их ловили там журналисты прямо в аэропорту и сдавали полиции. Но полиция говорила, ну, что вы хотите, они же заплатили за билет, мы ничего не можем сделать. Пусть с этим разбирается прокуратура, на них и так заведены дела. Почему бы и не летать на Бали, если тебе за такую акцию за одноразово платят 250 евро? Но надеемся, что больше вот этих вот зеленых акций с использованием суперклея и приклеиванием различных глупых частей тела к асфальту на дорогах больше у нас не будет по причине того, что партия зеленых уходит из правительства нафиг, потому что они разочаровались в этом народе, в этой стране и в этом правительстве. Да идите вон в Афганистан всей своей зеленой партии. Или в Сирию. Туда еще лучше. Или вон в Пакистан.
Анна Лену, кстати, спросите, она вам выдаст, сделайте себе паспорта левые, она выдаст вам легальные визы и все, вся партия зеленых в Пакистан. Все, все. И не забудьте приходить с собой свою эпатажную, крикливую, самонадеянную уру Клаудию Рот, которая как-то сказала на встрече политиков в Стамбуле, что я люблю Турцию, я люблю войну. Она это сказала открыто. Езжайте все. Все зеленые. Ну и, конечно же, закончатся эти спонсорские деньги. И, скорее всего, на улицах Германии прекратятся вот эти вот сумасшедшие акции с приклеиванием или как проходка траурным маршем по центральной магистрали города толпы зеленых активистов с требованием отказаться от использование горюче-смазочных материалов и просто так бензина. Но эти же граждане, которые бегают по улицам сегодня с плакатами, завтра на поездах и на автобусах едут кто в институт, кто на работу, а многие из них сидят дома. В основном-то сидят именно вот этим климаактивизмом занимаются те, кто сидят дома, то есть безработные. Ну да ладно, бог с ними. Я вот тут упомянул вам Анналену Бербок, которая может сделать всей своей партии визы, чтобы они выехали из страны нафиг. Так вот, вот получилось так, что вот как снежный ком накатывает, 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 и оказывается, Анналена Бербок была застукана с антиизраильскими журналистками, которых она пригласила в Министерство иностранных дел на, скажем так, дружеский ужин. Это стало известно, это стало широким, достоянием общественности, вызвало широкий резонанс не только среди простого населения, но и среди средств массовой информации, среди политиков. Эти журналистки, вот посмотрите на их лица, у кого глаза хорошие, можете почитать, как их зовут, тут внизу маленькими буковками написано имя каждой из них, сначала гражданка с левой стороны, потом с правой. Так вот, эти журналистки выступают против Израиля, против политики Израиля, против правительства Израиля, ну и, естественно, поддерживают вот этих вот «Фри Палестина» и тому подобное. Когда Анналену спросили высшие руководители: «Лена, шо за на?» Она сказала: «Я, как министр иностранных дел», это ее слова, между прочим, «Я, как министр иностранных дел, должна выслушивать мнение обоих сторон. И чтобы понять, что требует противная сторона, с ними нужно разговаривать. Нравится тебе это или не нравится, но нужно уметь выслушать эту сторону. Если бы я требовала, чтобы все вокруг меня придерживались только моего мнения, то грош мне была бы цена. Я, значит, на месте министра иностранных дел ничего не потеряла». Это так она сказала. «Хорошо, я не спорю, и никто не спорит. Ты можешь с ними разговаривать, но зачем их кормить-то блинами с черной икрой да беляшами с чебуреками, а? Ну вот объясните. Может, я что-то не понимаю. Может быть, сегодня в современной политике так и делается, когда какой-то министр встречает какого-то террориста, и вместо того, чтобы дать ему хорошенечко так по голове, чтобы вот его звездочки полетели с глаз, он его приглашает, ну ладно, не в ресторан, а в свое министерство. Кстати, в министерстве там их столовые, дай боже, любой ресторан позавидует. Не верите? Вот, пожалуйста, у нас в городе есть контора «Финансамт». Есть старый «Финансамт», есть новый «Финансамт». В новом, конечно, такого уже нет. У них там закрытая своя столовая есть. А в старом «Финансамте», это около старого города, там красивое такое здание, там когда-то была у них столовая. И, ну, «Финансамт» это типа как налоговая инспекция. И в этой столовой можно было прийти любому человеку во время обеда, прийти, купить себе обед и спокойно поесть. Так вот, обед в этой столовой стоил тогда, вот в начале 2000-х годов, вы не поверите, всего-навсего 3,54 евро целый комплексный обед. Первое, второе,
третье, там еще что-нибудь можно было взять. Это стоило около 4-5 евро максимум, максимум. Точно такой же обед в ресторане вам обойдется в то время, ну, евро в 30, а то и больше. Вот смотрите, а тут Анна-Лена в министерство пригласила этих заядлых противниц Израиля, кричащих, что Израиль то, Израиль сё, Израиль нужно так, чтобы было вот так. Она их пригласила на ужин, и она, мы не знаем, как говорили, редакции нашего журнала неизвестно, какие алкогольные напитки они там дегустировали, но известно, что они там ели, и причем ели они хорошо, ели они от пуза. Конечно, не так много, типа как огромную тарелку жареной картошки с котлетками, да с солеными огурчиками, да еще с сальцем, да еще с рюмочкой. Не-не-не, это у них была тут же Германия. Тут. В Баварии, например, их накормили бы картофельным салатом, да, братвурстами, дали пивка, а может еще что-нибудь. А там Анна-Лена вообще такая вот загадочная личность, честно сказать. Она, не знаю, что именно каждый из этих журналисток она давала покушать, но они остались все довольны. Но видно, эти журналистки, ну елки-палки, как говорится, язык без костей, а голова без мозгов. Растрепали через свои средства массовой информации о том, что они откушать изволили с министром иностранных дел Анна-Леной, свет ее Бербок. Тут же все это стало, как я уже сказал, достоянием общественности, и министра иностранных дел вызвали на ковер. Ей пришлось откручиваться, отнекиваться, а теперь уже в свете всех вот этих вот событий, сумасшедших поражений партии «Зеленых» на трех региональных выборах в Тюрингии, в Саксонии, в Бранденбурге, тут еще, оказывается, Анна-Лена, дорогая, прикармливает врагов народа. Что-то тут не то. Кто-то мне сказал, да я вообще тебя слушать не могу и слышать не могу. Но я врубаю на гугле своем, на этом, как его, на браузере скорость на двойку, чтобы слушать тебя как Анфису Чехову. Вы знаете, я не Анфиса Чехова, я тараторить как она, как из пулемета не могу. Мне это не нравится, я привык нормально разговаривать, поэтому я говорю так, как вот могу, так, как умею. А вам уже судить. Правильно я сказал или нет? Вот Анна-Лена, короче, получилось так, что она теперь, да, я опять вздохнул. Вот я опять вздохнул. В общем, Анна-Лена будет теперь отмыркиваться от того, что она с этими журналистами якобы делилась мнением и пыталась их переубедить в обратном. Смогла ли она их переубедить или нет? Но пятно, еще одно темно-зеленое пятно на свою зеленую партийную душу Лена поставила. Будем смотреть, как события будут разворачиваться дальше. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Ну и, конечно, для желающих поддержать наш канал финансово, под каждым видео ссылки на донаты. Это не принудительно, это добровольно, но каждому мы, так же как вот эта Анна-Лена, будем благодарны. Всем удачи, пока.